Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 7520». Акустический блок представляет собой полифонический динамик в сборе с антенной в пластмассовом корпусе. Замена данного узла не является сложной процедурой. Акустический блок нужно аккуратно поддеть с боков плоским инструментом и извлечь из корпуса. С обратной стороны блока находится динамик и его контакты. Акустический блок меняется в сборе, как правило, из-за выхода из строя динамика, чаще всего вследствие его засора. Новый блок вставляется в корпус и аккуратно защелкивается. Акустический блок заменен.